Вот смотрите, сейчас я вам объясню. Есть три категории людей. Их уважать надо по-разному. Младший имеет право ошибаться, делать глупости. В чем заключается твое уважение? Ты как бы считаешь его младшим. Вот это, допустим, собачка может гавкать? Ты нормально к ней относишься? Нормально? Не ненавидишь ее за это? Почему? Потому что ты ее считаешь собачкой. Точно так же, если ты в младшем видишь младшего, ты понимаешь, что он неразумный, недоразвитый. Почему мать сильно ругает ребенка? Как вы думаете? Потому что она не знает, что он младший, она не понимает этого. Потому что когда она это поймет, она уже не ругается. Она понимает, что он бестолковый. Надо это признать. Если старший признает, что младший бестолковый, неразумный человек, он дает ему возможность ошибаться, прощает ему ошибки. Это значит, что он разумный, стал старшим. Почему мы ругаем младших, злимся на них? Потому что мы не сами не старшие. Мы еще не умеем быть старшими, потому что мы не видим разницу в интеллекте людей. Есть младшие, которые неразумные люди, бывают. Зачем обижаться на них, если они делают глупости? Надо обижаться. Это нормально. Так надо уважать младших. Уважение к младшим означает снисходительность. Как равных уважать? Уважение к равным означает свобода выбора. Например, друг бросает жену. Нехорошо поступает. Ты ему говоришь, слушай, ну нехорошо бросать жену. Но он все равно бросил жену, бросил все равно. Если ты говоришь, негодяй, я тебя ненавижу, то Бог тебя заставит тоже бросать жену. Посмотрим, как ты справишься. За что боролся, на то и напоролся. Как надо отнестись к нему, сказать, ну, конечно, ты неправильно поступил, ну, давай дальше жить как-то, что делать. Это к равному надо относиться, давая ему возможность совершать ошибки в жизни. Как уважать старшего? Надо видеть в нем главное и прощать второстепенное. Вот что, допустим, для правителя главное? Страна в мире живет, вот это главное. А все остальное второстепенное. Вот если бы страна не в мире жила, тогда другой разговор. И так далее. Видим главное, прощаем. Давай мы оставим мелочи. Давай отбросим мелочи. Давай оставим главное. Спасибо. Есть еще чужие люди разные. Допустим, там кто-то в Мозамбике кого-то убил. Как ему прощать? Да зачем тебе об этом вообще думать? Надо ему не прощать, не прощать. Думай о том, что с тобой как-то в жизни связано. Что тебе там лезть в Мозамбик? Тебе своих жизней не хватает, что ли? Лезут все, каждый куда-то там, суют свой нос во все новости. Вы сунули в новости нос, вы стали ответственным за это. Вот кто-то кого-то убил, вы как бы осудили. Хорошо, молись теперь за этого человека. Или у тебя много сил, да, так много, что ты везде суешь свой нос. Надо по своим силам жить. А если ты не помогаешь человеку, о котором ты печалишься, что он плохой, значит, тогда ты будешь за это отвечать. Нос свой сунул, отвечай. Новости можно узнавать, там все нормально, там то-то происходит. Но надо, не надо детали изучать. Не надо туда нос свой залазить, как мне простить человека, там, который вот то-то там. Да, зачем тебе вообще об этом думать? Это тебя никак не касается.